Здравствуйте, друзья! Сегодня мне пришла еще одна посылка из Китая. В этот раз я получил часы. Давайте посмотрим, какие же они. Часы я заказывал кварцевые. Итак, тут у нас есть визиточка. Тут написано что-то вроде поздравления, то, что мы получили эти часы. Так, они очень плотно, хорошо упакованы. Навряд ли с ними что-то случилось. Давайте их откроем. Так, у нас есть запасная батарейка. Итак, вот они, часики. Так, какой-то еще брелочек с названием фирмы. Так, давайте посмотрим на часы. Как видите, тут очень контрастный циферблат. Видно время очень хорошо. Ремешочек сделан из ткани. Очень приятный. Наверное, очень удобный. Так, на передней стороне у нас тут закаленное стекло, защищенное от царапин. Так утверждает производитель. По информативности можно сказать, что тут все отлично видно. Также есть число и день недели. Ну, что достаточно стандартно. Так, часы ничем особенно не отличаются. Вот такие простые, хорошие наручные часы. Все. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал. До следующих видео.